Да, друзья, сегодня ночью была сильная гроза. Гроза, дождь, ветер и град. И вот я на участке. И что могу сказать? Слава Богу! Град не принес никакого ущерба. Все было в мерах допустимого. Листья целые, грозди целые. Все хорошо. После таких сильных дождей обязательно проведите обработку от болезни, если вы ее еще не проводили. Потому что влага и тепло – это предпосылки к развитию болезней. Мильдью, аидиум, различные гнили. Вот, кстати, горчичка скоро-скоро зацветет. Через несколько дней будем скашивать ее. А вот вижу воды в траншее с инжирами. Было немерено. Ну, огурчики стоят вот здесь справа. Маленькая невысокая тепличка. И в этой большой теплице инжиры дают побеги. Новые побеги взамен вымерших веток. Все мокрое. В междурядье не пройдешь. Будешь мокрый по пояс. Отскосим горчицу и можно будет ходить нормально. А пока пусть растет. На фоне зеленой горчицы виноградника и не видно. И рис. А здесь только раскрывается. И фиолетовые. И клематис зацвел. Красота. И этот клематис распускается. Удачи вам, друзья, успехов, хороших урожаев. И никаких погодных катаклизмов. Всего хорошего.